Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такую детскую игру Дубль. Овощи, фрукты. 57 карточек. Покупала ее в Альбрисе. Ссылка и цена будет в описании. Плюс 3. Давайте ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так, здесь у нас правила игры есть. Все большими буквами написано. Два игра, три игра, четыре игра, пять игра. О, интересно. И, конечно же, сами карточки. Карточки, конечно, довольно такие маленькие. Мне что-то казалось, что они все-таки будут покрупнее, когда я выбирала. Картон здесь, конечно, мягенький такой довольно. Когда я смотрела картинки, мне тоже казалось, что там что-то будет поплотнее. Ну, ладно. В принципе, не думаю, что она как карты заносится. Довольно красивые, кстати, картинки. Такие крупные. Такие прям красочные. Главное, что крупные. Потому что все-таки там игры бывают разные. Авокадо, малина, капуста, оливка, тут разнообразие, конечно, да. С ребенком можно учить. Здесь все фрукты и овощи. И перчик. А здесь просто дубль. И апельсинка здесь, и лучок даже. Красота. Помидорка. Вот это только я не помню, что это. Напишите в комментариях, что это такое. Такой вот длинный артишок какой-нибудь, что ли, не знаю даже. Арбуз. А я знаю, что, по-моему, вроде бы как играют, когда вдвоем там несколько человек, и получается там один, допустим, кидает, и другой ищет у себя среди нескольких карточек, а есть ли отсюда похожий. Допустим, вишенка тоже кидает. И типа, если ты не успеваешь, то что-то там происходит. Короче, как-то вот так вот. Не знаю, напишите правила игры, как играете вы. По сути, здесь целых 5 разных игр. Что-то, наверное, для себя найти, я думаю, можно. Как-то я помню, что это игра на быстроту, на внимание как раз вот. Давно искала эту игру. Я думаю, что моему ребенку она очень понравится. И так же, как мы играем, вы увидите во влогах. Здесь мы с вами только посмотрели, да, насколько она тоненькая. То есть даже это не пластмассовая. Но, в принципе, она и не могла бы быть пластмассовой. Но картинка, кстати, классная. Если там, кстати, был маленький этот артишок, здесь он побольше. Много нового для себя ребенок сможет узнать в этой игре. Ну и, конечно, мне кажется, зря все-таки прикрепили здесь вот эти вот всякие непонятные, неизвестные овощи, фрукты. Потому что не вспомнишь, и ребенку не скажешь, что это такое тут. Маленькая, большая. Особенно вот, да, кстати. Тут то ли тут вот тыква нарисована, то ли вот не пойми чего. Здесь еще вот хотя бы видно и арбуз, редиска, да, огурчик. И, кстати, с какой стороны бы ты ни смотрел, везде как бы понятно, что это. Арбуз, кверх ногами, так, сяк. Это, мне кажется, для ребенка тоже немаловажно.
И давайте, наверное, по традиции их, конечно же, пересчитаем, потому что магазин Wildberries — это такой магазинчик, где может чего-то не хватать, что-то может быть лишним. Я думаю, что я очень быстро сейчас это все пересчитаю, за секундочку. Давайте, поехали. 1, 2. Кстати, смотрите, тут есть и авокадо, и там в самом конце я видела здесь какие-то интересные такие... Где же? А, вот она. Здесь еще крупнее должен быть. Да, не нашла. Есть такой, смотрите, здесь персик. Персик, да, с цветочком. Когда я пересчитывала, я даже запнулась, увидела, блин, думаю про себя, какая красота. Думаю, блин, я сейчас собьюсь же. Довольно, смотрите, и тут вот есть этот орех, как его, арахис. Он как раз в таком орехе, их по 2 штуки. Он здесь тоже есть, присутствует. Здесь, наверное, какая-нибудь репка, может быть. Капуста. Вот она, большая. Здесь что? Лимон, и даже в разрезе. Лимон, классно. Слушайте, игра классная. А вот он, большой персик. Давайте вот так покажу. Такой прям красивый. И главное, такой цветочек снизу. Прям вообще такой классный. Мне так понравился он. Вот. Вот такая у нас с вами была интересный обзор на такую интересную игрушку. И я думаю, что эта игра действительно интересная. Кстати, там есть разные темы. Здесь овощи, фрукты. Тема быта, то есть стул. Изначально я хотела купить именно ту, но она быстро закончилась, пока я собирала свою закупку. Вот, также там транспорт, по-моему, есть. Но транспорт для 3-летнего ребенка, конечно, будет посложнее. Здесь как-то все-таки попроще, полегче, поинтереснее. Знаю, что многие люди покупают все темы и играют. Посмотрим, как будет у нас. Понравится ребенку, зацепит она его или нет. Все это вы сможете увидеть во влогах, которые выходят у нас каждый день, в которых видно, чем мы занимаемся, путешествуем, как мы с ребенком занимаемся, как мы вообще живем. Все это я записываю. Также обзоры на продукты, которые выходят через день, на продукты из Фикспрайса, Победы, Светофора, из обычных магазинов, всякие шоколадки, конфетки, печеньки, консервы, там торты, короче, там все, очень много всего интересного. Обязательно обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Все это делаю для вас, чтобы вы подумали, стоит вам покупать такую игрушку или не стоит. Пишите обязательно комментарий, понравился вам обзор или нет, и на что еще сделать обзор. Из магазина Wildberries или, может быть, из других магазинов. Может быть, на какую-то игрушку, которую вы хотите купить, но не знаете, что там внутри находится. Потому что, видите, здесь упакован. То есть упаковка закрыта и неизвестно зачастую, что в действительности там находится внутри. Вот, потому что в магазине Wildberries мне казалось, что коробочка побольше все-таки, и что карточки будут покрупнее, мне казались. Ну, они оказались поменьше, но, в принципе, пока что сойдет. А там уже дальше будет видно, что да как. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки.